И такие костюмы тоже не мнутся. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас будут покупочки, шопинг, мой любимый гипюр. В этот раз я набрала еще вещи и еще больше обуви. Очень всего много интересненького, и кто любит вещи так же, как и я, оставайтесь со мной. Поехали! Итак, первое, с чего я хочу начать, это с этого платья. Да, это платье, это не блузочка, это платье в пол, которое на мне. Мне оно безумно понравилось, потому что оно подходит под все мои требования. Одно из них — это чтобы платье не мялось. Такое платье можно взять с собой в дорогу, надеть его на любое мероприятие просто и выглядеть превосходно. Значит, первое, оно не мнется. Второе, оно идет в пол, оно струящееся, очень красивое. Оно идет, как мне кажется, на несколько размеров, потому что даже его померила моя мама, и на ней очень прекрасно сидит. Единственное, что, допустим, ну, моя мама носит размер 50, поэтому у нее немножко в рукавах он был. А здесь, в принципе, хорошо. Ну, значит, на S, M, L, я думаю, он прекрасно, но вообще нужно проверить на сайте, на какие размеры он идет. И действительно, он такой универсальный размер, как мне показалось. Здесь идет платьице на запах. Короче, мне это платье безумно понравилось, и такое, мне кажется, должно быть у каждой девушки. Цвет, естественно, я выбрала вот этот, такой розово-бежевый, весь такой жемчужный, красивый, ну, под меня. Вообще там были и темные цвета, и еще даже, по-моему, какие-то светлые цвета. В общем, смотрите, сегодня я буду в нем красоваться для вас. Дальше, давайте начнем с супер-мега вообще, то, что мне очень сильно понравилось. Мне очень понравилось одно боди. Вообще, я заказала два боди, но разного дизайна немножечко. В общем, вот это боди мне понравилось тем, что действительно очень прикольное дизайнерское решение. Смотрите, кучу висячих пайеток. Они создают такой воздушный образ, какой-то такой гламур-образ, честное слово. Как блестит, переливается, шикарнейше. И вообще, она такая простая и тоже не мнется, понимаете? То есть я сразу как надела ее, померила, думаю, господи, да ее тоже можно бросить в чемодан и быть просто звездой на любом мероприятии. Вот любое вообще. Абсолютно не мнется, смотрится просто обалденно, шикарно. Я, короче, в восторге этого. Там еще были цвета, бежевый цвет. Это эсочка на мне, прекрасно сидит, все вообще замечательно. И бодик очень удобно. Кстати, бодик так сделан, он достаточно сексуальный, что можно даже... Там юбку снял. Ты красивая, еще и блистаешь, еще можно и потанцевать любимую в этом бодике. Короче, очень крутой бодик. Ну и давайте перейдем ко второму бодику, так как я уже о них заговорила. Я давно поглядывала уже на вот этот бодик. Он черненький, легенький. И это тоже такой, знаете, базовый гардероб. Мне кажется, как белая такая рубашечка похожая у меня есть, так и черная должна быть. Что меня здесь порадовало, что здесь, помимо того, что здесь такой разрез и запах, здесь предусмотрена внутренняя такая потайная пуговичка, которая не позволит вашей груди показаться наружу. Меня это очень пуговичку порадовало, если честно. Думаю, вот молодцы, позаботились об этом. Ну и вообще кофточка легенькая, она, в принципе, подходит для любого сезона. Ну, реально, базовый гардероб просто должна быть, поэтому я ее взяла. Следующий лот – это вот такая домашняя одежда. Честно говоря, я от нее кайфанула. В первую очередь это цвет, что мне понравилось. Во вторую очередь это дизайн, потому что здесь очень широкие рукава. И ткань такая тоже, она прикольная, особо не мнется. То есть, ну, мне ее не нужно было гладить, и она прекрасно выглядит. Как халатик можно носить. Очень свободные брюки, все такое широкое, свободное. И в то же самое время ткань, она такая струящаяся при этом, да? Ну, вот не знаю, мне очень понравился. И мне кажется, что для дома это тоже очень-очень сексуально. А как вы знаете, я люблю дома носить одежду красивую. То есть хочу... Ну, я все время снимаю сторисы, да? То есть все время нет-нет влоги какие-то. И... Часто бывает так, что ты попадаешься в кадр, сейчас у меня мама еще тем более снимает, и так часто бывает, что ты попадаешься в кадр,
чем-то непонятном, поэтому я стараюсь все чаще и чаще избавляться от вещей, которые некрасивы даже дома, и все больше покупаю очень красивой, приятной одежде, потому что одежда на самом деле тоже делает настроение, я заметила. Вы встаете с утра, приодеваете вот такой супер-пупер наряд, просто делаете себе кофе и чувствуете себя, ну, человеком, у которого все удалось. Он красиво выглядит с утра, в красивой одежде, пьет любимый кофе. Поэтому, в общем, я себя окружаю и дома, и сплю я в красивом, и хожу по дому в красивом. В общем, вот этот домашний наряд мне очень понравился. То есть он стильный такой, дизайнерский, и в то же самое время это домашняя одежда. Класс. Дома надо тоже ходить красиво. Еще, как всегда, я заказала, конечно же, себе костюм. Здесь мне понравился костюм, таких не было, это, по-моему, новиночка у них. Хотя, может быть, я что-то пропустила, потому что у них одежды просто очень много. Напоминает мне немного свитшот, который я у них брала, тоже из плюша, красный. Я любовь здесь было написано. И вы, я помню, очень много задавали мне вопросов, где-где-где, но у них, к сожалению, они закончились уже очень-очень давно, и в наличии пока не было. И я вдруг увидела такой костюм, очень похожий материал. Материал немного похожий, без капюшона, зато здесь вот такой широкий ворот. И с какой-то интересной такой пимпкой, чтобы он не был вот так, да, просто его можно затянуть, тоже очень красиво. В общем, он такой достаточно свободненький, в то же самое время подчеркивает фигуру. Брючки и толстовочка. Я взяла себе это, потому что часто я бегу за малышом в садик и натягиваю на себя, что под руку попадется. И это не всегда красивые какие-то вещи, то есть если меня кто-то встретит, как я бегу в сад за малым, это будет, конечно, выглядеть, о, это не я, это не я. И хочется тоже выходить красиво, то есть хочется в классной теплой куртке. Например, у меня на выход тоже, я в Гипюре брала куртку, она одна единственная, такая черная, вот, ну, теплая, и все. А хочется уже что-то новое. Вот я в одной ни и только и выбегаю, потому что она удобная. Сейчас взяла у них куртку, тоже покажу вам. Потом костюмы, да, то есть на улице холодно сейчас, нужно что-то натянуть, чтобы было тепло. Мне все равно, да, там увидит меня кто-то, не увидит, мне главное, чтобы было тепло. Поэтому я тепло. Поэтому я всегда стараюсь, то есть искать, чтобы оно было и комфортно, и красиво, что очень редко. Но вот этот костюм, он реально, он выглядит стильно, комфортно, тепло. И выглядит не только тепло, он на самом деле теплый. И он прекрасно смотрится, то есть в нем я могу пойти даже в торговый центр. Вот его надела, одела куртку как раз-таки новую, которую сейчас вам покажу, яркую. И одела свои уги, тоже черные, но они уже идут там со стразами. И они будут очень красиво подчеркивать этот костюм. В общем, костюм мне понравился, посмотрите, я как раз его с угами мерю. И такие костюмы тоже не мнутся. Ну и перед тем, как я покажу вам три пары шикарной обуви, я покажу вам свою новую куртку. Та-дам! Смотрите, какая она яркая! Короче, у меня красной куртки нет. Я очень хотела красную куртку. Тут я увидела красную куртку, помимо того, что красный цвет сам по себе яркий, металлик еще больше ярчит. А вы как знаете, я люблю яркая звезда, хочу ярчить и красным, и вот таким металлическим, тем более сейчас это модно. Я себе взяла такую куртку. Что мне понравилось, как только она ко мне пришла? Мне понравилось, что она по весу легкая, но при этом, мне кажется, она теплая. Я в ней еще не выходила на улицу, но она достаточно такая теплая, утепленная, то есть синтепончик есть. Вот сегодня пойду за малышом в ней, заодно проверю, как мне будет в ней на улице. Пойду в этом костюме своем и в этой куртке. И очень мне понравился здесь капюшон. Капюшон объемный, красивый, широкий, вот здесь вот, да? То есть он реально делает вещь. От капюшона, понимаете, очень много зависит. Висит какой-то капюшончик, натянули на себя ни туда, ни сюда. Надели большой капюшон, и сразу вы такая, сразу крутая.
Так, здесь что у нас? Здесь у нас резиночки. Кстати, длина рукава шикарная. Здесь резиночки, прекрасно все. Размер S мне подходит по размеру. И застежки у нас идут. Так, все. Застежки, кстати, очень плотные. Они вот так просто не будут открываться. То есть их застегнуть плотненько надо. И здесь еще у нас уплотнение такое на две застежки наверху, чтобы ничего не продувало. Вот. И длина хорошая, в принципе, попу прям не закрывает, но закрывает поясницу. И это тоже очень важно, потому что я берегу свое здоровье и вам тоже желаю. В общем, куртка крутая, она меня очень порадовала. Ну, а теперь приступим к обуви. Как помните, на сайте Гипюр я уже заказывала себе ботфорты, о которых была безумно в восторге. Я заказывала себе 38 размер. Я их носила, они много под что подходят, серенькие, классные. В этот раз их не было в наличии, потом хотела себе еще заказать черные и еще серые, потому что я заказала 38 размер, они были немножко на меня такие свободненькие, но при этом я все равно их ношу, все прекрасно. Думаю, ну закажу в следующий раз размер поменьше. Сейчас хочу как раз таки предостеречь вас, если вдруг вы будете или надумаете покупать ботфорты. Я заказала себе двое ботфорт, одни серые такого же цвета, как у меня были, одни черные. Заказала 37 размер. Они мне пришли. И они мало мерят. Я думаю, как такое может быть, если я заказывала 38, они такие прям, ну конкретно, как будто это на 38,5, может даже 39 подойдут, а 37 мне прям маленькие, ну прям маленькие. Думаю, как такое может быть? Достала свою предыдущую обувь и посмотрела, что это немного разные такие, ну, поставки. У них разная колодка. То есть они сделаны, да, материал, все вроде бы то же самое, но у них разная колодка и немного разный вот здесь даже пошив. Вот, поэтому я так поняла, что не всегда все это точь-в-точь прям приходит, если вы одну и ту же вещь закажете, не факт, что она придет прям точь-в-точь, да, может отличаться немного по цвету. Например, я заказывала как-то костюмы серые, мои любимые, классные, они до сих пор у меня в магазине еще есть, и потом заказывала еще повторно, но меня как раз-таки предупредили о том, что будет немного отличаться по цвету от того, что я брала в предыдущий раз. Ну, то есть они сильно не отличались, но просто может быть небольшой оттенок. Видимо, может ткани закончились. И здесь, возможно, колодки закончились, те предыдущие. И появляются другие колодки, но эти колодки совсем по-другому размерят. Поэтому важно. У меня размер 37. 37,5. Вот эти вот где-то на 36, может быть 36,5. Но никак не на мой. Их невозможно носить для моей ноги. Поэтому эти ботфорты будут продаваться по привлекательной цене в моем магазине. Ссылку на свой магазин я тоже оставлю под видео, как раз таки под ссылкой на сайт Гипюр магазин. Вот, если кому-то нужны другие размеры, то да, имейте в виду, скорее всего, лучше почитать отзывы или написать прям, если вот вы хотите ботфорты, пока у них они появились, пока их не разобрали, потому что их быстро разбирают. Или написать продавцам и реально проконсультироваться, мало мерят или нет. Ну вот эти колодки мало мерят, поэтому у меня черные и серые продаются в магазине. И еще тоже как-то я хотела заказать себе вот такие кеды, классные, крутые, вот с таким большим язычком.
тоже мне понравились, но их не было долго в наличии. Как только я увидела, что они появились снова в наличии, я их сразу себе взяла. Тоже взяла размер 38. Ну, они вот прям вот, вот впритык, прям 37 мой, да? Хотя я взяла 38. То есть, понимаете, да? Тоже они мало мерят. Ну и обуви у меня, конечно, очень много, поэтому что-то я себе оставляю, а что-то я выставляю в магазин. И эти кеды настолько крутые, на самом деле, что я буду долго думать, что с ними делать. Оставить их себе или, может, все-таки взять немножко больше размер в следующий раз и выставить их в своем магазине, порадовать кого-то из девочек. Но кеды очень классные, очень стильные. Я прям, честно говоря, в них влюблена. Ну что, мои хорошие, все, вот такие вот были покупочки, я безумно довольна, сегодня же пойду малого встречать в новом обличии в своем, шикарное платье на мне, шикарный домашний наряд, бодики вообще просто превосходные, я не знаю, я очень рада. Спасибо Гипюр за то, что вы делаете такие классные дизайны вещей, и я на самом деле люблю этот сайт и всем его рекомендую, тем более там очень классные цены. Кстати, под видео я оставлю еще всю информацию, потому что по моему промокоду можно получить дополнительную скидку, и эта скидка действует определенное ограниченное время, поэтому спешите. Все подробности под видео. Кстати, заходите на мой инстаграм, там вы больше увидите фотографии в этих новых вещах. Если понравилось что-то из моих вещей, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, а я с вами прощаюсь. До следующего видео. Пока-пока!